Приветствую вас, друзья. Благодарю, что вы со мной. И огромное вам спасибо за поддержку. Мощный шаманский ритуал, который поможет избавиться от болезней или в значительной степени их ослабить. Что для этого нужно? На рынке или в магазине купите свежего мяса. Грамм 200 буквально. Мясо должно быть очень жирное. Это либо свинина, чтобы была. Можно прям не то, чтобы мясо, а прям сало взять свиного, грамм 200. Или баранина, тоже очень жирная. Или можно бараньего жира, вот курдючного, вот этого сала взять, бараньего. Дома положите на стол, ну, постелите газету, бумагу какую-то, или лучше всего какой-то кусочек ткани. Делать эту практику нужно в светлое время, независимо от фазы Луны. Ну, естественно, чтобы вы были в спокойном состоянии, чтобы вас никто не отвлекал, не мешал вам никто, чтобы вы были без суеты, чтобы никуда не торопились, не спешили. Нужно взять три тонкие восковые свечи. Можно церковная свеча подойдет. Сувенирная, абсолютно любая. Свеча не имеет значения вот здесь. Имеет значение только огонь. Так вот, первую свечу зажгите. И на огонь произнесите такие слова. Как свет тьму разгоняет, так огонь хворь мою выплавляет. Истинно. А после этого свечу наклоните над этим кусочком мяса или сала и начните, ну, закапывать, вот выплавлять, когда свеча будет плавиться, пусть это капает все на это мясо. И самое главное, вот в этом процессе просто чувствуйте, что вы выплавляете свою болезнь какую-то. Можно сконцентрироваться в общем, то есть на всех болезнях, но лучше всего, чтобы силы не распылять, концентрируйтесь на какой-то одной болячке, вот от которой хотите избавиться. Вот прям будьте в этом процессе, вот капайте воском и чувствуйте, что болезнь ваша вот выплавляется, она уходит туда, в этот кусочек мяса, в этот кусочек сала. Как только осталось чуть-чуть там от свечи, начинает уже руки обжигать. Гасите этот огарок и сюда же бросайте вот к этому мясу. Зажигайте следующую свечу. Точно так же зажгли, на огонь те же слова произнесли, тот же заговор. И точно так же вот с этим чувством, что вы болячку выплавляете, болезнь свою, точно так же эту свечу надо всю растопить, чтобы все туда, то есть на это сало, воск этот капал. И вот в этом процессе обязательно нужно вот именно концентрироваться, чувствовать, что вы делаете. Может быть, пойдет какая-то обратная реакция. Вот часто бывает так, что становится немножко не по себе. Может быть, дурно, плохо становится. Дело в том, что вот эта чернота, дух болезни самой, он часто вот в таких ритуалах оказывает сопротивление. Может как бы голова закружиться, почувствовать себя неважно можете. Но нужно дотерпеть. Обязательно три свечи нужно расплавить, сжечь. То есть закапать этот кусочек мяса или сала. Когда это сделаете, бумагу эту заверните, или ткань вот эту заверните в узелочек. И нужно в этот же день обязательно вот это все взять и выехать куда-то на природу. Может быть, в лес там, в парк, в поле, в степь куда-то. Абсолютно неважно. На природу. И закопать этот кусочек, ну, сверток этот. Если погода не позволяет, сезон не позволяет, вернее, зима, например, то с собой нужно взять, ну, в садовом магазине можно заранее купить немного земли, положить на землю, там, на снег куда-то и присыпать землей. И после этого сразу нужно возвращаться домой. Дальше матушка-земля, она сама управится. Вернувшись домой, обязательно нужно полностью вымыться. Душ принять, в ванну, в баню сходить. И всю одежду, ну, естественно, кроме верхней одежды, все в стирку. И вот после этого в течение нескольких дней
может быть такое состояние неоднозначное, может морозить, там, не, ну, как бы чувствовать себя будете не так, как обычно. Это нормально. Болезнь ваша, она либо уйдет совсем, как я сказал, либо она значительно ослабнет. И подобную практику через 3 недели, например, с какой-то другой болячкой, то есть можно повторить вот в точности, как, ну, как вы это сделали. И вот таким образом вы избавитесь или ослабите болезнь, изгоните дух самой болезни. Вот такая вот простая и очень полезная практика. И еще, друзья, перед сном одну простую вещь делайте, вот перед тем уже, как непосредственно ложиться спать. И это поможет вам открыть ваш финансовый канал. То есть деньги у вас будут всегда. Обязательно посмотрите видео, которое сейчас в всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.